По поводу сбитого Боинга я бы хотела сказать свое мнение. Это большая трагедия. Но сбит он или там в самолете был произведен теракт, это еще пока неизвестно. И будет ли известно это вообще, мы так и не знаем. Мы очень скорбим, и я выражаю сочувствие всем родственникам погибших. Но вы знаете что? Каждый день гибнет в Славянске не меньше народа. И почему-то никто об этом в мире так не говорит. Ведь это тоже люди, которые имеют право на жизнь, которые ничего не делают. Поэтому я считаю, должно быть тщательное расследование. И нельзя его только доверять американцам, ведь это будет однобокое суждение. Я считаю, что к этому, если хотят узнать правду, ее узнают, надо отнестись очень серьезно. Или теракт, или ее сбил кто-то. Но это кому-то надо было. России это не надо, ополченцам не надо.